15 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошли соревнования по мини-футболу. Мероприятие стало завершающим этапом турнира «Десногорска». Из 8 команд-участников в лидерах оказались представители «Рославля», команды «Торпедо» и «Стройсервис», а также команда «Островок» из Десногорска. Если в случае проигрыша или ничьи, команда «Островок» остается на втором месте, город Десногорск. Финалом спортивного состязания стало подведение итогов. Третье место заняла команда «Торпедо», второе – «Стройсервис», победители – представители Десногорска из команды «Островок». Лучший бомбардир с 37 мячами стал Александр Юзвик, команда победителей. Мероприятие проходило при поддержке городской администрации. Спасибо большое Юрию Алексеевичу, что организовал здесь футбол, что спорт продвигается в Десногорске. Спасибо вам большое.